Всем привет, дорогие дамы и господа, с вами опять Кабан 25, и сегодня у нас посылка, как я и обещал, вот она пришла, это, сейчас скажу вам, на какой телефон, это я впервые изменяю своему каналу, так это можно сказать, это на iPhone 5, у девушки iPhone 5s, это синий бампер, даже, наверное, светло-синий, стоит он $2.05, ну где-то 70, ну 65, наверное, рублей, я ее уже пытался открыть, но она, слава богу, открывается легко, но вот здесь я, видите, чуть повредил, поэтому придется ее как тут, чтобы девушка не заметила. Ну, не знаю. Надо очень аккуратно было мне на почте открыть. Вот. Не дошел, конечно. Ну, ладно, кажется. Главное сейчас остальное не порвать, чтобы... Ну, здесь, конечно, вообще самое... Так, ну вот, блин, даже больше, видите? Ой, это на iPhone 5s, ну и на пятерку, наверное, тоже подойдет. Вот такой чехольчик, наверное, бампер даже, чехольчик. Это что у нас? Так, вот это вверх, а почему вот здесь вот заглушечка такая, и здесь вот такая, это под джек, он прозрачный, то есть здесь вот стекло, я думал, это просто, блин, он пачкаться будет, конечно, полная задница. Но он такой, он силиконовый, то есть все-таки силиконовый. Ну не знаю, вот лично как низ, не знаю, что с ним делать. Как с ним. Хотя, ну здесь же зарядка, как вы понимаете, а тут джек. Поэтому не знаю. Ну, здесь. Она захотела такой. Я сейчас, конечно же, пленочкой все это протру, чтобы не было видно. Не знаю. Лично мне не очень нравится. Я думал, он просто пустой. Сейчас хочу... Давайте даже интересно мне. Я зайду сейчас на eBay, посмотрю фотографии. Но вот здесь нельзя увидеть. Фотография будет... Вот, наверное, фотография в описании не будет. Но вот я сейчас вам вот здесь покажу. Не знаю, вам, наверное, не видно. Даже сейчас свет добавлю. Но вот здесь... Вот, наверное, вам будет отсечек. Но вот здесь как приглядеться. В принципе, вот здесь не видно. Сейчас я получу яркость. То есть вы видите, что этот кейс нормальный, а вот здесь не видно, что это вообще пластик. То есть так все сделано, что лично девушка, наверное, изначально показала, что это нормально. Вот есть другие цвета этого. Белый, желтенький такой. То есть, конечно, обман плохой. Может, конечно, на сайте именно на самой eBay там видно полноценно. То есть там, но лично мне не очень нравится это. Чехольчик, хотя за 70 рублей, что вы, конечно, хотели, ну, не знаю, мне кажется, он вряд ли сломается, ну, не знаю, завтра она вставит, попробует, но вот зачем вот это вот сделано, лично я пока понять не могу, может, ее надо отрезать, ну, ладно, девушка сама разберется, что ей нужно, что нет, ну, потому что это вверх, это пока, это как. Ладно, на этом все, еще будут посылки для iPhone 5, еще две штуки, тоже кейс, не знаю, какие. Ну, вот сейчас я его протру, замажу и все наладится. На этом все. Ждем еще три распаковки с iPhone 5. Потом должны пойти пленочки. И еще нам остается ждать для Nokia Lumia. И еще, наверное, что-то... Еще, я думаю, что-то все равно. На этом все. Спасибо, что смотрите Кабан ТВ. Смотрите меня и дальше. Кстати, я еще заказал несколько новых посылок, но об этом в следующих видеороликах. На этом все. Спасибо и пока.